Главный фильм недели, первый фильм компании «Лагосброс». Навороченный детективный триллер «Джеймс Спейдер, Эрик Стольц. Ключи от Тулсы». Фантастический боевик детектив Эндрю Стивенс «Корпорация смерти». Супер-хит свирепый боевичище Джефф Фейхи, Фрэнк Загорина, операция «Триада Дельта». Супер-хит года, фантастическая комедия, Джек Николсон, Пирс Броснан, Глен Клоуз, Марс атакует. И главный фильм недели, супер-хит года, сильнейший боевик Гаррисон Форд, Брэд Питт, собственность дьявола. Подробности в программе «Е» на телевидении «Максима».